Так, только что записал обзор на короткую программу, так что всем бегом смотреть на Бусти. Аня и Артем, конечно, проказники. Я думал, в произвольной будет, как обычно. Они раньше времени в короткой уже решили, в короткой такого никогда не было. В основном в произвольных. Прям так смешно было, самые смешные прокаты, самые запоминающиеся, яркие. Прям замечательно. Тот случай, когда ошибки, ну это вообще ерунда. Они даже, они украшают программу. Они украшают программу. И в этот раз в короткой так случилось. Ну прям замечательно. Если выбирать между обычным унылым прокатом, где все сделано, и их прокатом, то их прокат однозначно побеждает. Здесь, по крайней мере, по впечатлению. То есть жизнь можно проявлять не только через презентацию, но и через вот такие падения. В общем, полный обзор на все прокаты на Бусти, так что бегом все смотреть там.